Первый в Московской области чемпионат по мокрому футболу в бассейне пройдет на Люберецком стадионе «Торпедо» 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба Люберецкой администрации со ссылкой на главу городского округа Владимира Ружицкого. Уточняется также, что матч состоится в рамках Дня физкультурника. 12 августа в 11:00 на основном поле стадиона «Торпедо» установят специальный бассейн. Гости праздника смогут стать нормой ГТО, поучаствовать в перетягивании каната, пострелять в тире, а также сыграть в волейбол или позаниматься воркаутом. Для любителей адреналина спорткомитет администрации городского округа подготовил мотокросс. Стать участником масштабного спортивного праздника могут все желающие. Луиза Егязарян, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.